играл на скрипке. Я в глаза ему глядел. Я не то что прелюбопытствовал, я понял бы детей. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо в душу нам проникнуть и поджечь. А чего с ним церемониться? Чего ее беречь? Счастлив дом, где скрипки пения наставляют нас на путь и вселяют в нас надежду. А самое как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, по чьему благословению я по небу лечу. Счастлив он, чей путь недолг, пальцы злы, смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и радостнее. Браво! Дождавшись.